Всем привет, я Лилия, добро пожаловать. И сегодня воскресенье, светлый праздник Пасхи, всех поздравляю. У нас вот так потихоньку зеленеют деревья, но у нас очень это все медленно идет, климат суровый, как говорится. А я иду прогуляться. Ой, в такой праздник даже не с кем постучаться яйцами, попить чай с Пасхой. Кто где. Ну вот, я взяла Пасху и тащусь. Пойду встречусь с дочкой, развеюсь хоть немножко. Вон все покрасили, деревья покрасили, скамеечки, все в краске. Чистоту навели, клумбочки сделали позорные. Ну все, пошла себя развлекать, развеиваться. Увидимся. Вышла, думала, тепло очень, но небо чистое, вроде солнце, но ветерок такой и зябко. Вот направляюсь к дочке. Она в парикмахерской. Сейчас посмотрю, как она покраситься, и пойдем куда-нибудь сходим, развеемся. Вот так вот проходят выходные, проходят праздники. Все, я в парикмахерской, дочь красится, сейчас посмотрим результат. Блин, такое шикарное зеркало. Домой бы такое. Я уезжаю. Уезжаю, конечно, мысленно. Может быть, собрав его, быстрее сбудется моя мечта, желание. Я это специально хочу сделать. Пока была в салоне парикмахерская, тетки говорили о приметах в этот светлый день Пасхи. И я на минуточку подумала, почему нет. Придумала сама себе примету. Пришла домой, вытащила чемодан, на который уже смотрю 4 года. Помою его, сремонтирую ручку еще с того отпуска, сниму вот эту наклеечку, заполню чемодан вещами, и может это сработает наконец-то. Я всегда пишу на бумаге, я всегда работаю со своими мыслями, как говорят, сила мысли. Вы знаете, что-то затянулось. Обычно я позитивный человек, я в минусах нахожу плюсы, радуюсь жизни. Но в последнее время что-то не идет. Депресняк меня долбит постоянно. И я понимаю, почему люди, ну вот как можно загнать себя, вот довести до ручки, можно сказать. Да, вот говорят, там дефицит чего-то, да, там истощение там организма, там нехватка витамин, там кислородное голодание. Так вот у меня весь этот букет, у меня перекрыт кислород, у меня дефицит времени, у меня полное истощение личного пространства, личной жизни. Я хочу полноценный отпуск, честно. Не от хорошего же мы, да, вот выдумываем такое все обезбашенное. И как я себя не развлекаю, и как я себя не успокаиваю. Ну, видно, уже пик, последняя капля.
и организм уже просто не выдерживает. И я очень надеюсь, что вместе с моей верой, работа мыслей, еще вот эта примета сработает. Ну, по крайней мере, я сделаю и посмотрю, попробую. Как говорят, лучше сделать, чем не сделать и пожалеть, да? Вот, поэтому я сейчас буду мыть свой чемоданчик, заклеивать ручку, приводить его в порядок, заполнять его вещичками. Я даже знаю, что бы я взяла, если поехать. Если поеду. Вот так надо говорить. Не если. Ну да. Все поперепутала. Вот. Вот так вот. Вот он. Он еще пахнет тем отпуском, который был больше 3 лет назад. Вот такой чемоданчик. Вот сюда я сейчас буду складывать вещи. И он будет у меня стоять. И я просто проверю. Проверю, сработает или нет. Надо все пробовать. И сегодня, пока у меня дочка примерялась, мне даже подарили маленький подарочек. Ну, как говорится, мелочь, но приятно. Ну, у меня такое часто бывает. Я то денежку нахожу, то подарочки мне дарят. Ну, это, конечно, все хорошо, но у меня одна мечта. Это вырваться с рутины, отдохнуть от работы. Вот такого зайчика мне подарила кореяночка. Такой клевый, кожаный, блескучий. И я его на рюкзачок повесила, и вот с ним уже шлындала. Вот так вот. И ничего не собиралась покупать абсолютно. Ездила просто провздеться и побыть с дочкой. Но почему-то мне захотелось купить кроссовочки. Купила кроссовки. Вот такие обычные, беленькие, летненькие. Вот такая вот силиконовая подошва. И вот вы представляете, я когда увидела подошву, я подумала, она в дырочку. И думаю, боже мой, весь песок и вся грязь будет там. А это такие обманки, видите? Оказывается, никаких дырочек нет. А смотрятся, как будто дырочки. Легенькие, кожаные, клевые. Я люблю вообще спортивную обувь. И в основном ношу кроссовочки. Такое все, мокасинчики и любую обувь всегда спортивная подошва, самый низкий широкий каблучок. И вот я сегодня не выдержала и купила. Клево, на ноге очень хорошо смотрится. Вот так вот. И шла домой и набрала себе мороженое. Думаю, приду и еще вечерком наверну мороженое с джемом. И жизнь удалась. Ну вот видите, уже кроссовок в чемодане. Сейчас положу вещички. И пусть он стоит. Красавчик ждет, когда все сбудется, и я уеду. Так что вот так вот. Тетя Лиля
сходит с ума. Но не от хорошего. На работе не отпускают, все время у них, как говорится, горячее время, то сезон, то еще что-нибудь. И невозможно уехать в нормальный отпуск. И всем известно, да, отпуск 2 недели, который вообще нафиг не нужен. Отпуск должен быть полноценный, хотя бы месяц или дней, там, я не знаю, там 45. Ну все, время уже у меня поджимает. Время уже скоро 10 вечера, осталось 2,5 часа, чтобы в этот день сделать это. И поэтому я буду заполнять чемодан, мыть его, заклеивать ручку. И всем спасибо за внимание, что выслушали меня. И хочу пожелать всем исполнения желаний, отличных отпусков, чтобы все складывалось и чтобы ничего вас не расстраивало. И до новых встреч! Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!